у меня вот биополе, у тебя биополе, да, и я могу к твоему биополе просто подключиться, и я знаю, где у тебя, как, где у тебя болит. И многие точки, ну, просто я чувствую дискомфорт, допустим, у себя в руке, я беру, на тебе ищу. Если я нашел, все, там проработали, и выдох. Вдох через нос, выдох через рот. Вот по телу можно сказать и увидеть, как человек живет, да? Я не могу сказать, что ты ела там на той неделе, в четверг или в среду, но точно можно понять, как ты, твое отношение к жизни, и как ты ее выстраиваешь. Ты еще вдох сделай глубокий. Выдох. Человек живет за счет усилия воли. Что бы я ни говорил, не обижайся только, ладно? Угу. Вдох. Выдох. Я не истина последней инстанции, но если я не прав, можешь проговаривать, хорошо? Ну, все. Давай, вдох. Живешь за счет усилия воли, потому что надо. Очень все делает через усилие какое-то. Не потому что легко и радостно, а потому что надо, и вот выживаю так. Еще вдох. Очень упрямая. Это видно по указательным пальцам на руках. Особенно на правой руке, вот до этого, когда он стоял, он прям вот явно выделялся из ладони. Но сейчас дыши. Ты это не проконтролируешь. Подыши, сейчас они все равно выявятся. Это тогда, когда я упираюсь с мужчиной. Правая сторона – это мужская, левая – это женская. И вот все равно, по-моему, будет вот этот указательный пальчик на правой руке. Это вот она, это не примирение с мужчинами, это постоянное отстаивание своей территории. Вот левое плечо немного ниже, да, и вот стало болеть правое колено на правой ноге. А ты почувствуешь чуть позже, если сейчас не чувствуешь. Ну, в общем, правая нога. Боязнь создания отношений с мужчинами. Это вот то, что вот, ну, страшно. Дыши еще. Левое плечо – это нагрузка по женской части. Это вот плохая мать, плохая дочь, плохая жена, плохая сестра. Это то, как ты про себя думаешь. Не обязательно так.